Hakkı'nın protokolü, Bişkek Şarı 2019'un 6. dekabrı. Ведомстволар аралык тергөө тобунун тергөөчүсү Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башка тергөө башкармалыгынын башчысы, өзгөчө маанилүү иштер боюнча ага тергөөчүсү юстиция майору Эржан Майлыбеков. Так, номер 300. Кызматтык кабинети Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 163, 189, 190, 191, 192 жана 195-чи белгилерин талаптарынын негизинде күбө катарында суракка өзүңүз тартып кетсеңиз таанышып. Төлөбаев Рустам Садыбаевич. Төлөбаев Рустам Садыбаевичти күбө катарында суракка алдым. Күбөгө Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 83, 84 жана 192-чи беренелеринде көрсөтүлгөн күбө ишке тиешелүү бардык жагдайлар, анын ичинде шектүүнүн айыпталуусунун жабырлануучунун сандыгы жана анын алар жана башка күбөлөр менен болгон өз ара мамилелери жөнүндө сурак алынышы мүмкүн. Мындан тышкары жабырлануучу иш боюнча өндүрүштө далилденүүгө жаткан бардык жагдайлар шектүү айыпталуучу менен өзүнүн өз ара мамилелери жөнүндө сурак алынышы мүмкүн экендиги түшүндүрүп жатат. Мындан тышкары Кыргыз Республикасы Жазык процессуалдык кодексинин 58-чи беренесинин талаптарынын негизинде күбө көрсөтмөнү эне тилинде же билген башка тилде берүүгө, квалификациялуу котормочунун кызматын пайдаланууга, аны суракка алуу, сурак алууга катышкан котормочуну четтетүү жөнүндө билдирүүгө көрсөтмөнү өз колу менен баяндоого, сурактын протоколу менен таанышууга, ага толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүүгө, көрсөтмөлөрдү берүүдө белгилеп жазылгандарды жана документтерди пайдаланууга, соттун, прокурордун, тергөөчүнүн, алгачкы тергөөчү текшерүү органынын кызматкеринин аракетине даттанууга, иш боюнча өндүрүштө тарткан чыгымдарын ордун толтурууга, жазык процессин жүргүзүп жаткан орган тарабынан буюм далили катары же башка негиздер боюнча алынган мүлкүн өзүнө тиешелүү расмий документтердин нускаларын алууга, сурак жүргүзүүдө жактоочусу болууга укуктуу экениңиз түшүндүрүлүп жатат. Мындан тышкары соттун, прокурордун, тергөөчүнүн, алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамын чакыруусу боюнча келүүгө, иш боюнча бардык белгилүү болгондорду туура билдирүүгө жана суроолорго жооп берүүгө иш баштасыз. 2 жыл 2018. Кит жана котормочу катары 2000 кайсы жылдайсыз? 18. Болжол менен э примерно да? Примерно. Может быть, 2017-да да болушу мүмкүн, бирок 2018 скорее всего. Фирма өзү Саудия Аравиясындабы? Ага. Мекке шаарында. Медина шаарында шаарында. Так, сиз жумушуңуз эмнеде? Эмне иш кыласыз сиз? Ал жерде эмне? Ал жерде гид катары же болбосо ошо Мекке шаарын көрсөтөсүз, Меккени көрсөтөсүз, башка шаарларга чыгасызбы? Мен Мединада жашайм, ошого Мединада келе турган адамды тоскоом. А, сиз Мединада э? Ага. Фирма Меккеде өзү, сиз Мединадасыз. Жок, фирма ал туристический фирма болгондон кийин унга менен иштегенден кийин төрт. Кимди? Айым айтма. Эркин Самиятов окшойт. Самиятовдун атына. Ошондой паспорт ошондой эле. Эркин Самиятов в скобочках. Чыгарыптыр. Анан фирма мага сүйлөдү. Сенин тилин түшүнгөн жаран келип атат. Ошону менин шаарымда кылсып ал. Извините,
Биринчи болуптан чыгарыбызда Медине шаарында эмес, Жидда шаарында тосколду. Жидда шаарына тосколду, да? Жидда шаарына тосколду. Анан мен аткысы алдым. Аэропорттон. Ооба. Аалымдан бирге. Ахмед Хамди. Ахмед Хамди. Хамди. 2018 жыл кыштында Умра максатында алып келген. Өзүн кандай да ким ким деп таанышты, өзүн кандай деп атады? Эркин деп фирма мага виза менен анын паспортун жөнөтүп коёт. Анын менен таанышым үчүн. Сиз эркин деп тоз алдыңыз? Мен эркин деп тоз алдым. Кыргызстандан акча которуп алдым. Жанында жүргөнчү Ахмед Хамдич? Жок, ал түрк экен. Ал менен анчалык эле сүйлөшпөйт. Ал эмне иш кылган түрк билбейсизби? Жок, ал сүйлөгөн жок да. Май айынын акырында. Жалгыз келген беле? Рахмет. Алар жолу жүрөт. Рахмет хан менен келди. Рахмет. Экинчи жана үчүнчү жолу келгенде сапарларынын негизги максаты кандай болгон? Бардыгында негизги максаты мындай болгон. Ал жолдо сүйлөшүп кетет эле телефон менен. Сүйлөшүп жаткан кезде жума, шамба, анан жекшемби күндөргө кылбарылган. Ал күндөрдө так, жума, шамба, шамба кандай дейт, шамба? Спорт, спорт, шамба. Жума, пятница, суббота, воскресенье. Шамба, шамба, папа. Мама, господа. Бесим был пол. Жол, суббота. Жума. Ну, вообще там суббота. Унчукпай, ойноду чыгарбай, телефон ойнобой отур деди. Эркин унчукпай, үнүңдү чыгарбай, э? Үнүңдү чыгарбай. Телефондон ойнобой. Вообще авазды чыгармай отурайын деп да. Озун сөз ушундай. Танты үнүн чыгарбай отур деди. Эмнеге дегенде мен келип берем. Анан интервьюсун берди. Жана телефон. Видеодо көрсөтүлгөн. Ал сидит на стуле, ал сидит. А, сен мындай. Мындай отурат ал? Жок. Okay.
İçim takılıklar şurada. Yok, içim takılıklar çok. Bunda bir telefon var. Telefon da. Kolun telefonu alın. Za stolun. Ben şu anda stolu yoktur. Akalan versinize de öyle. Kaçın cildi? Ne, kanka. Ne, öyle şey yok. Sınavsızmanızında öyle. Kaçın Peki o zaman numarında. Telefonla sülüştü. Evet abi de. Ay vay çoğun kursan bol dedi. Kursan bol dedi. Evet. Aramana da arkadaşlar görüyoruz. Azatlıktın ilik dözükkeni. Haa, onları da bilmiyorum şimdi. Videolar için. İlik de var. İlik dözükünün birinci çağrılışı olanı, en birincisi. Olan. Milyon dolar izleyeyim mi? Anlayayım mı? Şöyle. Şöyle öyle. Ne istiyorsun? Şu milyon dolar ne izleyeyim de bir şey çıkalım. Var, birinci. Birincisi bana çok. Ondan ki. Ucuzum yok geldi. Ali Mendoza mı bu? Ha, Ali'nin toplu konutta yatıp da ben familyasını biliyorum. Aşağı Jurnalist. Azat. Azatlıktan Jurnalist'ten. Jurnalist. Mendoza mı bu? Ha? Anan bulmağa cardan beri vatay. Aktırıp beri verdi. Medine'den kaçıp gelgenden keyin anan ne bileyim telefon kelip köyden uruştu başladı. Kebirkez'e can da sülüştü. Kebirkez'e çıkar açıp sülüştü. Köp çoğu. Anan bana Medine şarata. Telefon. Köp vuruşup sülüştü başladı. Azı bayke vereyim, ne biraz, Suraç'ta. Hırşı. Anam, bu çıkarmacılık iki bölümü kendime ait. İkinci bölümü. Ali bunu ruhsat veruna karar, anan çıkarak ikinci. Bilmiyorum. İstiyorum. Zaten.
başlıyorum. Шары 2019 жылы 12 декабрь. Мен ведомство бор арал тапшырады сөзүңүз. Ал. Мен ошо тосуп алганда ал кимди тосуп алганда? Айыркын Саймат. Прокурор фирманын заказын. Айыркын тосуп алганда? Медина аэропортуна. Жолу айткенимдей ал мынау күндөргө жаса, мынау күндөргө жасала деген сөздөрдү сүйлөп кетет эле. Ушул жерге кошумча кылып кетем. А
ал мага. Ал Айеркин мага. Бул жасалган документтердин ичинде ана атынан кылынгандагы бар эле. Ал ошого ачуусу келип. Бул жасалган документтин ичинде ана атынан жасалганы дагы бар эле. Деди. Мен кантип түшүнөм бул нерселерди десем, сиз менен иштешебиз деп десем. Ал жок. Ал мен иштебейт, үйдө эле отурат. Балдарды бак. Жасатып, отделин жасатып жатканын. Озунун сөзүнүн түшүнүп кеттим. Жасаганын мен көргөн эмесмин. Бирок банковский котормолорду жасап жатканын өзү сүйлөп берген. Тактаган эмесин? Кайсыл документтерди? Жок, тактаган эмесмин. Башында айтканымдай, ал фирма бар жок сура беришти, сура беришкенин билбейт. Уруксат жок. Ал ким жазган? Ким менен сүйлөшкөн дагы сүйлөбөйт, акында айтпат. Аял менен, аял Вухули Бумалияму же Мариям менен урушуп жатканда ал адам аялы эмнеден корккон? Юридикалык жоопкерчиликтенби же башкаданбы? Ал айткан кезде мне мени дагы өлтүрүп кетишин каалайсыңбы, эмнеге андай кылып атасың деп айтты. Ал катыны юридикалык дагы башка жагындан дагы коркту. Эмнеден коркту? Аны точно биле албайм. Атынан кандай документтерди подделка кылган билесизби? Ал акча котормолор жөнүндө сүйлөп. Значит, банковский документтерди подделка кылган. Берген жана ким жарыялаган? Ал документтерди азаттыкка берди. Өзүнүн айтышы боюнча. Бергенин мен ошо биринчи сөз жолу сүйлөп кеттим го, ал азаттык интервью берди деп. Ошол кезде өзү айткан, ошондон билдим. Шайыркен Саймайте жасалма документтерди азаттыкка ким аркылуу берген жана бул тууралуу эмнени көрсөтүп бере аласыз? Ал ким аркылуу? Прямой эле берген.
сразу әлі неме азат шығарған кісімен журналистімен сөйлесіп ошолай білгенмін. Аны кім екенін мен көрсөтүүдөн кейін билдим. Ал чыгармачылык чыккан чейин билбейт элем. Ал журналисти ошондо тааныдым, мен мурда билбейт элем. Тергөө учурунда сиз Айыркен Саймати азаттык журналисти Али Токтокунов менен телефон аркылуу интервью берип, башка нерселерди сүйлөшкөн деп көрсөткөнсүз. Айтыңызчы, булар документтер тууралуу эмнени талкуулашкан? Жана жолугушкан деле булар? Алар жолугушуу жөнүндө анан мен Эркинден анан окуп калдым. Ал Истанбулга келди. Истанбулга келип, ал менен учурашты. Деген сөздү Эркин айтты, бирок мен көзүм менен көргөн эмесмин. Оригинал эмес болсо дагы документтерде бардан ал Истанбулда өзү менен дагы чыгышкан. Эркиндин алган документтери эле? Ооба. Али э? Али. Анан Эркин менен көп сүйлөштүк да бул жөнүндө. Ол сүйлөп берди. Анан мен дагы суроо бердим ошол. Али жөнүндө дагы мен сурадым. Ал мага аны дагы ыраазы кылам деп. Экөөбүз дагы акча кылып аткандай сөз кылды. Экөөбүзү дагы акча кылып аткандай за мынау кызмат кылганга акча бергендей сөз кылды, ыраазы кылам депчи. Но точный сумма мага айткан жок. Мен дагы аны тактап сурабадым. Мага керексиз суроодо түйүлдү. Керексиз суроодо көрүндү. Кө да? Азыркы? Кө Сопоков. Сопоков, а? Кычна. Город Бишкек. 16 мая 2020 года. Время 11:16. Протокол дополнительного допроса свидетеля. Город Бишкек, 16 мая 2020 года. Я следователь межведомственной следственной группы, старший следователь по освобожденным делам Главного следственного управления ГКМВД Крымской Республики, майор юстиции Майлибеков. В служебном кабинете номер 349 с соблюдением требований статей 163, 189, 190, 191, 192 и 195 Уголовного процессуального кодекса Крымской Республики. Допросил в качестве свидетеля Стопохова Эркина Мамасалиевича. Так, представься, пожалуйста, на камеру. На камеру представься, пожалуйста. Борис Иванович. Я Стопохов Эркин Мамасалиевич. Так. Вы, будучи свидетелем, вам разъясняется, что согласно статье 83, 84, 192 Уголовного процессуального кодекса Крымской Республики, свидетель может быть допрошен на любых фактах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, включая данные, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и потерпевшего, о взаимодействии допрашиваемого с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, а также свидетеля с потерпевшим. Вам также разъясняется, что анкетные данные, пожалуйста, назовите фамилию, имя, отчество ваше. Супоков Эркин Мусалевич. Число, месяц, год рождения? 20 марта 1967 года рождения. Место рождения? Волжская область, Кабардинский район, поселок Таража. На прием в Бенковскую Эркин. Это где-то в месяц в сентябре примерно.
Не, вот Эдкин Саймайди вот, приходил в сентябре ко мне на прием, зашел и поздоровайтесь, и он мне сказал, что ты ничего мне не помните. Я говорю, помню, конечно, который в 50-м году на Новгородане рынок был этот построил. Он говорит, да, вот, и мы обратно же поздоровались, поговорили. И он как раз пришел по вопросу продления срока паспорта своего сына. При встрече, когда мы сидели, чай пили, рассказывал, говорил, что вот в Узбекистане Абусахи, хозяин Абусахи, это Аджике, ну Аджике он назвался, да, Аджике, был должен ему где-то большую сумму, долг не возвращает. Хотел вот этот долг, если вот этот долг возьму, дальше там свой бизнес буду крутить. Ну, всякие рассказывал. И немного позже, вот, когда еще в другой раз, когда мы встретились, сидели, разговаривали, чай пили, и он говорил, вот, Аджики Хабибула, вот, хозяин Абусахи должен мне... Так, что... Уточните, Хабибула. Хабибула, да, Абдул-Кадыр Хабибула. Абдул-Кадыр? Что он должен 830 тысяч долларов. Понимаете, да? Что не желает возвращать долг. Не рассказывал? Ну, говорил, я спрашивал. Не рассказывал? Ну, говорил, я спрашивал, а что ты наличками что, долг отдавал? Он говорит, нет, я у него отработал, что я его... Сабусахи вывозил сюда, в Стамбул. И он должен мне за мою работу, за заработанную, должен был оплатить. Уже он столько лет не оплачивает. И долг собрался столько-то. Где-то, ну, 830, говорят. Он вывозил в основном, говорил, что это Узбекистан через Казахстан. Говорил, что это Эркин, что я как бы нашел вариант, ну как бы это, деньги этот, ну, долг забрать. Я для журналистов там переговорил, я спрашивал, кто из журналистов, он говорил, что журналист Азаптыка, вот Али Тавтабунову поговорил. Говорит, что я ему какие-то вот, ну, квитанции, которые я переводил, и квитанции какие-то я ему дам, и он, короче, на семье Мазаптов. Так, а для чего он пытался передал? Когда передал? Ну это где-то, он мне говорил, это где-то, ну вообще-то где-то в 18-м году они, вот он в 18-м году еще говорил, что я вот журналистом разговариваю, сейчас общаюсь, как бы вот повлиять на Абусахи, чтобы мне он долг возвращал. Повлиять на кого? Ну, на Абусахи, хозяина Абусахи, на Аджике. Повлиять, чтобы через семьи, чтобы он мне долг возвращал, говорил. Это в феврале-марте месяце
А я ты самайки мне говорил, что вот я некоторые квитанции я передал, а не Каптапуну назад-то. Чтобы он подготовил там публикацию. Публикация этот материал. Он и эти самайки как бы все время созванивался с этим Хабибулаевым, который в садике. И иногда, когда мы сидели вместе, тоже иногда звонил, по телефону разговаривал. Как бы они разговаривали, как бы друг друга уважительно относились. Разговаривали по телефону, да? Да. И по телефону и все время там этот Аеркин говорил, а теперь когда мне этот долги будете отдавать, разрешать. После чего, когда еще мы в другой раз встретились, и Аеркин мне говорил уже где-то, это было уже, по-моему, в апреле месяце, допустим, году, что он сказал, что мне вот Абусахи, хозяин Ачке, или 300 тысяч долларов возвратил. США, да? Да, и США долларов из вот этого 830 тысяч долларов оттуда 300 тысяч долларов возвратил. В апреле говорил, что возвратил. Как назвать его четко? Через банк я перевел. Я вам говорил, что я с ним говорил, что он через каких-то людей передал. Хотел еще, когда еще в мае встретились, он говорил, что... Так, в мае какого года? В 2019 году. В мае еще, когда мы еще раз когда встретились, счастье, я вам говорил, что... Вот 300 тысяч долларов возвратил, больше не дают, но как бы перестал дальше оставшиеся долг отдавать. Ну, он иногда говорил, что хорошо было бы, если он все отдал. Вот. И где-то он в июне вначале говорил, что еще 200 тысяч долларов он Хабибулла Абусахи, хозяин этого Азике, еще 200 тысяч долларов передал. Долг Аеркину в Стамбул. Когда? В 2019 году, в июне начале. В начале июня 2019 года мне сказал, что Аджике передал ему еще 200 тысяч долларов США, да? Он мне говорил, что вот скоро должен прилететь, должен журналист, а не по того со завтрака в Стамбул. Я вот встречусь с ним. От возвращенных вот этих денег я не должен, короче, сейчас 50 тысяч долларов отдам. Кому? Али Топтапуну, журналисту. Говорил, что 50 тысяч долларов должен отдать, 50 тысяч долларов США. Тут 50 тысяч долларов США. А за что дать? Я спрашивал, и говорю, за что он говорит, ну вот, мы так договаривались, что он будет помогать через семьи, долги мне, чтобы вытаскивать. Через СМИ, да? Да, и я ему буду отдавать от этих суммы. Общие, я говорю, что 50, он говорит, нет, вообще-то должен, говорит, 100 тысяч долларов подать. Но сейчас, говорит, 50 тысяч отдам, потом оставшиеся суммы, если вот этот долг обратно, все полностью долг возьму,
если сам Мусафи возьму, то тогда где-то еще 50 лет. Потом позже это было летом, я не знаю, в конце июня или месяц июля где-то примерно. Так, может, в конце июня, да? Да. В начале июля, да? А, примерно. Да, может, в июле месяце. Это уже Аятки мне говорил, что вот недавно Али приезжал, журналист, когда приходил, приезжал, я ему 50 тысяч отдал. Как ты обещал, да? Да. Так, остаток? Отдавал, не отдавал? Ну вот, он говорил, что общие вот 3, 300, потом 200, он вообще 500 тысяч получил, я, но еще остался где-то 330 тысяч. Так, он получил от кого? Ну, от вот, да, Аджике, с Хабибом. Так, 300, потом 200. Всего 500. Так, сейчас. 500. Оставалось пример. Да, мне еще говорила я, что скоро вот в августе, может, в сентябре, скоро вот, скоро Алибула Кадару Бексан должен прилететь в Стамбул. Он обещал, что когда он прилетит... В августе, да? В августе или в сентябре, ну, в августе. Или говорил, в сентябре, да? Да, или в сентябре. Какого года? Ну, то есть, летастного. Павел Славович скоро прилетит, мы здесь встретимся, поговорим, чай попьем. Прилетит в Стамбул, да? Да. Вот тогда говорит, он сказал, что оставшийся долг, что привезет. Скажите, говорил ли Саймайти, какие именно документы он передал журналисту учреждения Азаттық Али Тоқтапунова? Майки Саймайти говорил, что какие-то квитанции, которые он отправлял через банк, что ли, ну, деньги. Когда еще он жил в Кыргызстане, он переправлял, что деньги в Стамбул, в Китай. Ну, сколько есть квитанций, наверное, насколько я понял. Құрметті депутаттар, анда мен сізге мына показанияларды көрдік. Толық құқық міндеттері түсіндірілген, да, біз көрдік өзің. Задача ложить показания қолға берішті, көйлер қатары өкетті. Әлбетте бұл біз үшін жаңа жағдай. Жаңа жағдай, мен өлім, әділетті шешім қабылданады деп. Кімде қандай сұрақтар бар? Және Абдықов бар. По итогам такого рода показаний журналисты опрашивались. Удалось опросить журналистов?
Урматтуу Жанай Калдыкбарович, биз аракет кылдык, мы постарались, конечно, допросить этих журналистов, да, фамилии которых прозвучали на допросах. Но, к сожалению, их сейчас на территории Казахстана нету, они находятся на территории одного из европейских государств. Мы пытались через радио «Азаттык» пригласить их на допрос, но пока результатов нет. Если они прибудут в Кыргызстан, естественно, по этим допросам будут проведены дополнительные следственные мероприятия, допросы, очные ставки и, если понадобится, другие следственные мероприятия. И опрашивался ли Хабибулла Абдухадырович? Как я уже в своем докладе говорил, Хабибулла Абдухадырова тоже на территории Кыргызстана нету, поэтому не представилось возможным его опросить на данный момент. По нашим данным, он является гражданином Казахстана, проживает в большинстве своего времени находится на территории Узбекистана. Вот по этой причине мы установить и допросить его не представилось на сегодняшний день возможно. Вообще версия участия Хабибуллы в убийстве Саймыти, она рассматривается? Убийство Саймыти вообще-то расследуется полицией Турции. И в этой части мы не располагаем информацией. Но насколько нам известно, дело Саймыти передано уже в суд. Обвиняемые проходят те лица, о которых рассказали представители МВД, и мы рассказали четверо, да? Пока мы владеем только такой информацией. Комиссия, как вы знаете, наша была создана по инициативе наших коллег, Алтынбека Сулайманова и Искандера Матаринова, которых пытались связать с этим делом. Вот вы провели большую работу. Ваше мнение, есть какая-нибудь вероятность участия наших коллег во всех этих делах? Ну, я с точностью могу сказать, что на сегодняшний день никаких данных о причастности к противоправным действиям фигурантов настоящего уголовного дела, вот ваших коллег, которых имена вы назвали, у нас нету.